Выполним настройку Яндекс.Директа. В Директе есть несколько мест, в которых необходимо задать настройки телефона, e-mail, ссылки на сайт. Разберем подробно каждую настройку. Для начала настроим единую виртуальную визитку компании. Включаем «Использовать единый телефон и адрес» и аккуратно заполняем поля. Напомню, выделенный номер телефона и почту можно посмотреть в сквозной аналитике в блоках «Call Tracking» и «Почта». Итак, мы с вами указали выделенный для Яндекса номер телефона и e-mail. На этом настройки компании можно сохранить. Если вы будете менять виртуальную визитку в отдельных объявлениях, не забудьте указывать выделенный номер телефона и e-mail. Теперь создадим рекламные объявления в компании. Нажмем «Добавить группу объявлений». При настройке объявлений есть несколько мест, на которые надо обратить внимание. Во-первых, ссылка на сайт. Здесь указываем ссылку обязательно с UTM-меткой. Кроме этого, быстрые ссылки. Яндекс.Директ позволяет добавить до 4 быстрых ссылок. Для экономии времени добавим 2. Сохраняем. Укажем обязательные параметры объявления, заголовки, текст и ключевые слова. Обратите внимание, если вы используете турбо-страницы, также не забудьте указать на них необходимые e-mail и телефон. Сохраним группу объявлений. На этом настройки сквозной аналитики для Яндекс.Директа закончились. Перейдем по каждой ссылке в объявлении и проверим, что метки применяются. Мы видим, что UTM-метка сработала, номер телефона и e-mail изменились на указанные нами в настройках сквозной аналитики. Итак, мы настроили Яндекс.Директ, сквозная аналитика однозначно определит источник обращения как Яндекс.Директ.